Даже для создания простейшей модели 3D Max лучше всего использовать Revit. Если вы занимаетесь архитектурой, не только это заключается в том, что вы получите чертежи, но и скорость работы при грамотном созданном шаблоне у вас будет в разы быстрее. Хоть этот урок и про 3D Max, основную часть модели мы с вами создадим в Revit. Итак, я нарисовал стенку и вставил в нее дверь. Это у нас с вами должен получиться вход в здание, то есть пристроенный вход в существующее здание. Дверь меня такая не устраивает, поэтому вместо нее я буду использовать инструмент витраж, который автоматически в стенах режет дырки и с которым можно создать на самом деле все что угодно. Поэтому я указываю длину, перемещаю его по центру моей оси для удобства работы. Изменю высоту и поменяю значение так, чтобы не было лишних импостов. Посмотрим, что у нас с вами получилось в 3D. Здесь у нас высота идет до верха. Это нам не нужно. Сделаем дверь 2100, хотя можно было создать дверь и больше. Соответственно, мы поставим импосты горизонтальные. И заменим стекло на двупольную дверь, которая у меня есть в шаблоне. Если вы смотрели мои уроки по Revit, вы наверняка знаете, что вся работа в Revit зависит от шаблона. И все эти элементы вы создаете самостоятельно. Поэтому то, как они выглядят, какие их там габариты и настройки, это все вы создаете сами. Итак, дальше мы с вами создадим цоколь с помощью стены и фундамент, который рисуется сверху вниз. То есть рисует первый этаж, у вас рисуется подвал. И добавим лестницу входа. С помощью инструмента прямая мы рисуем марш. Можем изменить его направление, как идти. И поменяем ширину. Можно это все сделать в свойствах. Дорисуем площадку. И посмотрим в 3D, что у нас с вами получилось. То есть, рисуя все эти элементы, у вас уже автоматически рисуется трехмерка. Как видите, у меня получилась лестница с маршем. Ее необходимо опустить. Уровень где-то у меня приблизительно 1,20 м. Это никакая нереальная работа, поэтому все делаю приблизительно на глаз. Просто чтобы показать вам, как создаются подобные вещи. Теперь нам необходимо увеличить количество ступеней. Для этого можно потянуть за стрелочку. Вот, за стрелочку тянем и получаем несколько дополнительных ступеней. Меняем это все дело на другой тип монолитной лестницы, потому что сборная мне здесь не нужна. Здесь у меня опять же все уже прорисовано со ступеньками, с плиткой и так далее. Нажимаем ОК. Как видите, Revit автоматически нарисовал ограждение, но загнул его в ненужном месте. Соответственно, удаляем в эскизе ненужные линии, добавляем еще одно ограждение, которым удалим противоположную сторону. Ограждение нарисовалось автоматически и необходимо только откорректировать, где оно будет находиться. Вот получилась у нас с вами такая лестница. Не совсем красивая, но это мы в дальнейшем исправим. Сейчас мы с вами добавим козырек, который у меня нарисован с помощью ограждения. Вообще ограждение — это один из самых лучших инструментов в Revit для архитектора. Позволяет создавать много полезных элементов от плинтусов, которые я показывал в вебинаре, посвященном работе Revit с интерьерами. Если хотите посмотреть, найдите меня на Facebook, и на стене были ссылки. Либо в блоге, на который ссылка также есть на моем канале. Там весь материал перечислен.
поднимем выше уже готовое ограждение. То есть суть этого ограждения в том, что вы рисуете только линию, и все уже создается автоматически. Очень удобно, один раз сделали, потом только корректируйте. Изменим лестницу. Делается также быстро. Удалим старый марш и сделаем загнутый. Для создания сложных маршей лучше всего использовать опорные плоскости, с помощью которых вы создадите как бы основу для лестницы. Для подобной лестницы можно было просто переключить значение рисования не от радиуса, но в данном случае я просто покажу, как можно создавать быстро основу для нескольких, допустим, пролетов. То есть у меня есть радиус на нужном расстоянии. Я могу поменять значения, поставить ширины и другие. И так далее. С помощью таких инструментов можно было создать любое ограждение. Вот, точнее, лестницу. Поменяем направление. И вот здесь есть небольшой глюк. Revit уже посчитал, что мы ее опустили. А с помощью инструмента обратить мы ее как бы подняли. Укажем больше значения. Так как мы удалили предыдущую лестницу, естественно, ограждение не перерисовалось. Если бы мы просто меняли количество ступеней, то все перерисовалось бы. Изменить несложно, достаточно просто указать новое направление в плане это сделать. Итак, ограждения загнулись. Все красиво у нас с вами. Добавляем землю и сохраняем этот файл в файл FBX для связи с Revit. В новых 3D Max есть возможность связывать непосредственно с файлом Revit, не используя промежуточные файлы, такие как FBX и давно уже забытый способ DLG. Но так как бывают файлы большие и тяжелые, то лучше всего использовать FBX. Поэтому я всегда использую его. Плюс есть старые 3D Max, в которых, допустим, нет такой возможности связи с файлами Revit. Плюс файлы Revit не пересохраняются в более старую версию, соответственно, тоже можно получить некие накладки. Поэтому FBX – самая надежная возможность связать Revit с 3D Max. Итак, сохраняем файл в папке в нужной и открываем 3D Max, в котором мы с помощью линка Link Manager укажем 3D Max, с каким файлом связаться. Это файл ступени FBX. Здесь уже есть преднастроенные значения. Я сейчас покажу, какие там будут настройки. То есть идут настройки без связи света и камер, зато с отключенными связями материалов. То есть материалы в 3D Max можно будет менять. Нажимаем Attach, и наша с вами лестница присоединяется к файлу 3D Max, в котором мы продолжим работать. Собственно, на чем основан наш с вами урок. Переключим в значение по размеру картинки рендера и включим фон. То есть поставим картинку на фон. Это делается вот здесь. Переключаю на файл. Указываем, что у нас будет с вами стоять, какая фотография. С помощью клавиши F3 переходим в каркас. В 2014 версии 3D Max появилась такая функция, позволяющая выставлять камеру по фотографии. Появляется несколько линий. Вот они, видите, их нету. Сейчас нажмем кнопочку. Они появятся, которые позволяют вам с помощью них настроить точное расположение камеры по перспективе. То есть, видите, поворачиваете, палочки тоже двигаются. Теперь указывайте каждой палочке линию перспективы. Здесь небольшой есть уклон тротуара, поэтому точно не совпадет. Но зато на тротуаре хорошо видны линии перспективы. Итак, указываем каждую палочку по линиям перспективы, и как вы видите, меняется положение камеры относительно этих линий.
теперь у нас с вами получается более точная перспектива для этой фотографии. То же самое мы делаем с вертикальной перспективой, то есть вертикальными линиями. Я их поставлю по окнам. Учтите, что у фотоаппарата есть еще искажение линз, поэтому совершенно точно настроить будет тяжело. Есть вот такие ползунки, позволяющие менять положение нуля относительно того, что мы выставили на нашей с вами фотографии. Вот. Но так как здесь значения очень большие, то указать их будет тяжело. То есть то, что двигаетесь чуть-чуть, это не меняет сильно. Отменим все наши действия и включим режим, когда уже будет видно нашу с вами перспективу. С помощью клавиши F3 можно чуть-чуть подвинуть камеру, чтобы дверь была не так далеко. Для начала мы создадим камеру на основе этого вида. В Create камера есть такой пункт создания камеры по текущему виду. Теперь мы можем передвинуть камеру чуть ближе. Немножко ломается перспектива, но это мелочи. В данном случае это всего лишь урок, поэтому поставим на глаз. Пусть будет так. Этого вполне достаточно для того, чтобы посмотреть, как настраивается сам рендер, точнее материал, позволяющий скрыть ненужные объекты. Для этого нам необходимо открыть материал эдитор, выбрать для начала картинку. Находится стандарт Bitmap. Выбираем картинку и переключаем ее в Environment. Теперь мы выбираем шейдер, Environment, Background, Camera, Map. Затем ставим D-Light, который автоматически создаст шейдер неба и переключит фотометрическую экспозицию. Мы можем указать направление юга. Если вы узнаете точно, можете указать точно. Можно использовать для этого съемку с карт Google. Там север вверху, поэтому легко по нему выстроить очень точно направление юга и севера. Указываем, где это будет находиться. Укажу свою местность. Затем меняем время. Если вы все сделаете правильно, время можно посмотреть в свойствах файла, когда это было снято, то ваши тени будут совпадать совершенно идеально. Я же сделал это все на глаз, так как самое главное показать, как все работает. Теперь автоматически созданный шейдер неба вставляем в материал Editor и создаем материал, в котором применим для стен, цоколя и пола. Теперь собираем матрешку, указывая картинку для шейдера. Шейдер вставляем в шейдер неба, а шейдер неба с картинкой, со всеми этими делами, вставляем в материал. То есть вот такая последовательность. Теперь нам необходимо назначить стене, цоколю и пол материал, который будет как бы прозрачным. Вот этот материал, мы его назначаем. Делаем пробный рендер. И видим, что у нас там какое-то черное пятно. Ничего не получилось. Просто мы не до конца настроили. Теперь в экспозиции переключаем вот этот пункт и добавляем значение больше. Сколько, насколько больше, это уже будете настраивать самостоятельно путем проб. Я добавил 2 нуля, и в принципе у меня все красиво отображается. Теперь мы с вами делаем рендер и видим, что наша с вами трехмерная сцена практически, ну, за исключением, конечно,
скорости, сколько мы создавали, идеально вписано в фотографию. Это можно использовать для многих сцен. Естественно, конечно, сцена должна быть точная, нужно создавать и козырьки, и все эти элементы, чтобы тени отбрасывались правильно. Но нам нужно было показать всего лишь принцип, как это работает. И, на мой взгляд, такой способ самый быстрый.